А я иду, шагаю на дельфин. Всем доброго дня. Иду снимать дневной обзорчик. Я уже матюкался в предыдущих роликах по поводу пробок на улицах Лазаревского. Ну и в этом дневном обзорчике тоже немножечко поснимаю вам обстановочку. Видите, машинки стоят. Причем, если некоторые думают, что по улице Победы они объедут быстрее, то они ошибаются. Там такая же фигня. Поверьте, я там только что ехал на мотороллере. Просто полный пипец. Народ поехал, а что вы хотели? Июль, месяц. Этот дневной мы идем снимать на пляж Дельфин. Поездов нет. А значит, мне, наверное, повезет. Меня никто не собьет. На улице жарко. Температура воздуха. Сейчас мы с вами посмотрим по щупу. Точнее, без щупа. Ну, уже больше 32 градусов он показывает. Я специально его отпустил. Думаю, мало ли он у меня там в карманчике где-то там перегрелся. Народ отдыхает. Друзья, кто оплачивал бы нам желтые браслеты? Желтенькие браслеты у кого на руках? Желтые подходят, браслеты. Пожалуйста, к жилетам. Надеваем их и будем отправляться. Помните, во Франции были эти бунты? Там были оранжевые жилеты, а тут желтые браслеты меняют на желтые. Ну, в общем, все меняет. Так. Море непрозрачное. Море непрозрачное, далеко непрозрачное. Так, температуру воздуха я вам сказал. Вроде бы как бы, да, ну 32 градуса, пускай будет средняя такая, хотя она побольше. Сейчас иду замерять море. Московское время 12 часов 12 минут. Там на дельфине все нормально. Я не в плавках, я в шортах. Я так думаю, 24 есть, но могу ошибаться. Твою мать, а. Извините, пожалуйста, но не входило в мои планы мочить шорты. Мне еще обратно ехать. Не может быть такая температура высокая. Не, пока еще опускается. Щуп в воде. Но я вам все равно покажу щуп, когда буду вынимать термометр. Я в любом случае вам покажу все из воды, чтобы это было по-честному, без обмана. Если честно, пока мне не верится. Пока мне не верится. Но я не знаю, я подожду. Я подожду. Кого-нибудь попросить. Бляха-муха, волна достала. Она мне так и термометр из-за того загасит. Ну что, у меня такое ощущение, что уже все устаканилось. Циферки не бегают. Температура воды 24,8 градусов. Пляж Дельфин сегодня, сейчас прям, вот сейчас. Ну, правда, я выложу несколько попозже этот ролик, естественно, мне еще до дома надо доехать. 21, господи. 1 июля 2024 года. Сюда, говорю, плыви. Кого-то там отчитывает. О, петушара возвращается. Я поднял вот этот термометр. Ну, в принципе, что у меня? 24,8. Мне бы кого-то попросить, наверное, надо, чтобы они там подальше. Неохота залазить в шортах. Сейчас пойду кого-нибудь попрошу там, может быть, подальше. Да, что такие грустные? Че, не каждый день на петушаре бананы катаетесь? Блин, у меня камера садится. Все, что вам обычно.
без зарплаты кто-то остается сегодня. Так, я сейчас пойду кого-нибудь попрошу. На бананчик собирается. Видите, папа снимает своих чат. Надо независимого оценщика. Замерчика. Кого-нибудь. Кого-нибудь, где-нибудь, как-нибудь. Нам нужен независимый оценщик. Блин, хотел девушку попросить, но она с ребенком. Вода-то прозрачная. Не, это не прозрачная, это матовая вода. Вы что, какая-то прозрачная. Девушка, понял, вы с ребенком. Хотел вас попросить. Молодчик, можно вас попросить? Замер сделать. А то неохота мне шорты, хотя они уже мокрые. Замерьте, пожалуйста, чуть поглубже вот так вот. Подержите его. Не-не-не, это не пускайте ни в коем случае. Вот датчик уже опущен. Все. Вам просто нужно подержать чуть-чуть метра на два подальше. Зайдите. И потом озвучите температурку мне. Холодная, конечно. Да это холодная? Вот, это Ташкент. Да? По сравнению с тем, что было. А теплее будет? Так уже теплее. О, вполне. Главное, вот эту голову не опускайте в воду, и все. А то и у меня уже один опустили. По мне так вообще лето. Ну, я имею в виду теплое. Два дня назад вопросов нет. Было 18-17. 18? И 18, и 16. 14 была минимальная, говорят. А написано 23 было. По моим замерам, я лично замерял, было 15... Нет, 14,8, кажется, самая минимальная. Да все уже, молодчик, там же все. 24,6, вот свидетель замерил. А там у берега было чуть-чуть теплее, 24,9. А тут в зависимости право-лево нет? Есть. Здесь теплее, по идее, будет, потому что там дальше, ближе к речке, там роднички бьют. Вот там туда? Да, 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 да. Там водичка будет попрохладнее все равно. Хотя, знаете, я вот буквально вчера-позавчера делал замеры, и все было наоборот. Я замерял вот там, вот самые крайние пляжи. Осторожно, ребенок. И на причале Гренады там была самая теплая, 22, ой, вроде 22, кажется, если не ошибаюсь. В общем, все меняется. Тапок спасаем, тапок. У вас канал Лазаревский сегодня? Да? А как вы догадались? Голос знакомый. Ну все, тогда это вот подписчик, видите, меня узнал сразу по голосу. Все. Вы с какого города? Кемерово. Кемерово, привет от меня тоже. Все, сегодня в дневном обзоре Кемерово вы себя увидите. Спасибо вам за замер. Вам тоже спасибо. Мы вас смотрим. Спасибо большое. Вот так вот, видите, на пляж уже выйти невозможно. Везде подписчики. Все, спасибо. А вам всем говорю до свидания. Независимый эксперт подтвердил. Хотя, видите, чуть-чуть зашел, чуть-чуть изменилась температура. Ну, главное, что мы сделали с независимым экспертом все это. Все по-честному. Всем пока.